Сейчас за ремешком сбегаю. Игорюня, побежали. Значит, понимаю. Есть проблема, у нас проблема. Нам нужно что-то предпринимать. Смотри. Дети! А ну вернитесь! А ну сюда! Ой! А ну сюда! Все! А ну! Нет! Дети, пожалуйста, нет! Заходи, подписывайся на канал Джеффри Элвэя. Ты тут сможешь найти различные видео по Майнкрафту, прохождение различных карт, дропперы, также пазлы и многие другие мини-игры, Skywars и другое. Все это ты сможешь найти тут. Заходи и подписывайся. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и добро пожаловать в Майнкрафте. Сегодня вместе с Жекой и Игорем мы будем играть «Кто твой папочка» в Майнкрафте. Да, ребята, всем привет. Всем привет, ребята. Как обычно, не забываем пилить большие пальцы вверх, потому что чем больше лайков мы с вами наберем, тем больше видео мы будем выпускать вот такой командой. Да, ребята, не забывайте подписываться на наши каналы, ссылки все будут в описании. И, ребят, не забывайте писать положительные комментарии, и давайте наберем под каждым нашим видео 5000 лайков, и тогда ссылочку на эту карту мы оставим в описании, где вы сами сможете поиграть со своими друзьями. Приятного вам просмотра. О, наконец-то, конец дня. Пойду отдохну немного, а то этот ресторан мне уже надоел, если честно. Так, вроде все спокойно, никого нету. Пойдем, усядемся за наше кресло и будем спать. Надеюсь, что эта ночь будет тихой. А это что такое? Ой, берем крюк. Так, я кого-то вижу. Так, главное, чтобы это не аниматроники. Твою мать! Опять они! Не хочу! Твою мать! Нет! Кто? Кто вы? Кто? Так, вы не монитор... Вы дети! Так, мы дети, и что? Вы хотели меня напугать? Как вы вообще сюда забрались? Мы дети, и что? И что? Как вы сюда забрались вообще в ресторан? Он же закрыт. Ну, смотри, у нас какие-то костюмы были, нас испугались, мы такие забежали, такие бугага, и все, и пролезли. Ладно, дети, стойте тут, я пойду включу свет, а то вы выключили везде свет. Ждите меня там. Хорошо. Так. Все, включил. Так. Дети, вы где? Убежали. Ладно, сейчас вас найду. В прятки захотели поиграть. Так. Да. О, я вас слышу, а ну, скажи еще что-то. Он где-то тут. Я тебя вижу, зараза мелкая. Да, я ну иди сюда. Еще один вылез. Че вы такие? Дети, успокойтесь, пожалуйста, успокойтесь. Я думал, это будет спокойная ночь в ресторане. Че вы тут устроили нафиг? Я буду все взрывать. Дети, пожалуйста. Так, ладно, буду для вас меры. Сейчас я вернусь. Сейчас ждите там. Сейчас за ремешком сбегаю. Игорюня, побежали. Значит, есть проблема, у нас проблема. Нам нужно что-то предпринимать. Смотри. Дети! А ну вернитесь! А ну сюда! Ой! А ну сюда! Все! А ну! Нет! Дети, пожалуйста, нет! Игорюня, беги! Я бегу! Ай! Дети, а ну вернитесь сюда! А ну вернитесь! Бежим, давай. Канализация, по вентиляции. Не зря я в армии служил, чтобы таких мелких отбивать. Мы поломаем тебе все кафе, поломаем все кафе. Так, дети, вы успокоитесь сегодня или нет? Вы вообще как сюда пробрались в этот... Успокойтесь, пожалуйста. Успокойся, если ты нам что-нибудь предложишь за это. Да. А у меня... А ну, пошли за мной. Можно? Только успокойтесь, пожалуйста. У меня там есть заначка. Вот смотрите, что у меня есть для вас? Дети, ну пожалуйста. Ну успокойтесь. Я вам не дам мороженое, успокойтесь. Какое мороженое? Вот смотри. Беги, Игорюня. Ладно, нет, дайте мне... Ладно, дети. Ну, пожалуйста. Так, ладно, я сейчас вас ловлю. Сейчас, не с такими чертями я разбирался. Так, а ну, стойте. Он принимает клубы. Стойте, дети. Нет! Я тут, вернусь. Где мой пистолет? Верните пистолет. Жди. Так, мелкие. Все. Я иду за вашими родителями. Стойте тут. Где вы? Не заворовали ничего! Ждите тут! Помогите! О, мой пистолет! Так, вернулся! Сейчас опять! На тебе, мелкий Бонни! За еще один! Нет!
Все, пистолет наш, бери пистолет. Верните пистолет, нет. Мелкий. Верни пистолет. Не-не-не, пожалуйста, я пошутил, пожалуйста. Да, давай, сисы и бабки, короче, да, вываливаем карманы сюда на столы, быстро, давай. А у меня сейчас ничего нету. Быстро! У меня сейчас ничего нету. Итак, быстренько вываливаем сюда карманы, да? У меня есть только одно. Смотри, магическая бутылочка, смотри. Нет, пожалуйста. Огнетушитель! Нет! Поджигаем! Не-не-не, пожалуйста, нет! Ничего не трогайте! Нет! Где вы? Не поджигайте! Огнетушитель! У меня столько огнетушителей нет, пожалуйста, остановитесь! Мне кажется, нужно бежать, Игорюня! Нет, куда? Подождите меня! Пожар! Побежали домой! Дети, потушите, пожалуйста, огонь, дайте мне выбраться! Пожар, пожалуйста! Дайте мне выбраться! Нет! Что вы делаете? Дети, пожалуйста! Не взрывается! У нас проблемы! Игорюня, нужно его взрывать! Взрываем! Нет! Ой-ой-ой, баки мусорные, это происходит, сюда жесть какая-то! Бегите! Дайте мне выбраться, пожалуйста! Нет! Как вы это... Нет! Ну, в принципе, все нормально, да, мы, походу, больше пиццу есть не будем, я так понимаю, да, пацаны? Вот настоящие аниматроники будут в шоке. Вы свой красава, Игорюня, вы свой красава. Всем большое спасибо за просмотр. Если этот видос вам понравился, почему бы не поставить лайк и набрать 5000 лайков? Да, ребята, также не забываем подписываться на наши каналы, ссылочки, как обычно, на всех будут в описании. И, ребята, не забывайте писать в комментариях новые идеи для серии «Кто твой папочка?». И, ребята, хотелось бы еще сказать, что в этом ролике мы были немножко уставшие, у нас сейчас заканчиваются последние экзамены, и мы просто уже лезем из кожи вон, и, собственно, записываем для вас ролики. Все ради вас, и мы очень стараемся. Так что извините, ребята, если что-то получилось не так. Но все равно попытайтесь нас поддержать лайком, нам будет очень приятно, и это мотивация нам сдавать экзамены и снимать для вас роликов еще больше. Они будут скоро большие, их будет очень много, короче, на этом мы закончим. Поэтому всем удачи, всем пока. Всем пока. Всем пока.